Ну что ж, народ, всем привет. Вторая серия по Walking Dead Saints and Sinners. Народ, такая просьба к вам, блять. Оставьте хотя бы комментарии, что ли, чтобы я мог понять, что может поменять, что лучше, что хуже, я не знаю. Ну, хочется реально знать, как сделать контент, что ли, лучше, что ли. Так, у нас отсюда загрузка. Ай, блядь, это ж, наверное, тот момент, когда мы только подходили к этому грузовику. Да, блядь. О, ну похуй. Слушай, отвёрку зато сохраним. А у меня ничего нету. Карл, у меня ничего нету. Подожди, у меня есть нож. Ну, пестика нету. Ой, мама, мама. Ну, давай сейчас быстро тут соберем все, что мы делали в прошлой серии. Левик там уже заряжен. Это мы сюда положим. Давай, давай, посчитай, типа. Положи. Это мы тоже видели, пароли для военной базы. Хуяк. Сюда. Батарея. Такой хуяк сюда. Хуяк. А, радио нужно включить, да? Штика. А что там было? Подожди. Мужик, тихо. Где там замерки? Какая там волна? Выбор заметки? Проклятое радио. И 61-я частота. Водопад и 61-я частота. А, сам микрофон найти надо. Я понял. Микрофона у нас нету. Может, он тоже где-то здесь валяется? А чё не выходите по ночам? По ночам эти мертвяки меня хуже видят. Чё не выходи? Давай, бинтягу возьмем с собой. Так, я вообще такое, что сохранился бы? Нихуя себе. А так вот сохраниться нельзя. Место успокоения. Отмель. If you are the bells run. If you hear the bells run. Если ты, короче, услышишь колокольчик, я беги. Здесь что? Ну, это этот мужик. Детей своих кормит, или что он там? А здесь что? Бункер. Я понял. Резерв. Излил. Ну, резерв, короче. Лялин. Я понял. Здесь что? Тоже какое-то помещение, похоже на бункер. Food, meats, weapons, ну, еда, что там, еда, медицина, оружие, понятно. И, блядь,
Ох, пошли. Я не знаю, с какого хрена у нас пропала все наша отвертка, блин. Давай разберемся, как тебя перезаряжать. Так, ну оно на шестерку. У нас, короче, есть патроны. Сколько всего? 12. Подожди, а там мужик этот, он все еще висит? Просто я хотел его срезать, потом он исчез, блядь. Нету, короче, мужика. Давай сюда сходим, что ли? И выходите по ночам. Может, микрофончик где-то найдем. Опа, вот этот подгончик хороший. А стрела не сломается? А чё он красно подсвечивается? Типа, все, ему хаюк скоро. Ладно. Двое лук я пока оставлю в убежище. Пусть что-то не нравится, как он красно подсвечивается. Так, мистер Лук. Угу. И стрелу тоже сюда куда-нибудь. Не? Не получится так. И... Я не хочу, чтобы она исчезла. Это утилизировать, скорее всего, да? Стрела? Короче, мы проебали стрелу, походу. Обидно, печально. Давай посмотрим. Чё там, кто там у нас? А чё, дверь заперта, да? Отпусти. Дверь заперта. Блин, ладно, давай в другую сторону пойдем. Но если ничего не будет, я не знаю, мы там выпьем. Подождем утра. Так. Рейсап. Ладно, пофигу. Просто он выйдет каким-то особым, что ли. Ага, а отсюда мы типа можем отправиться куда-то. Ладно, пофиг, короче, пошли назад.
Даже пробежимся, я бы сказал бы. Выпьем немного. Так ножик не проебал. Это уже радует. Давай. Все. День два, раннее утро. Ха. Ну куда, на отмель? Это что здесь? Похавать. Похавать это хорошо. Лекарство, чтобы восстановить максимальное здоровье. Понял. А нет, тут еще подгонов никаких не завели. Не завезли. А, думал, книгу тоже можно взять. Все, подгонов больше нету. Ну что, куда? Блять, давай проверим, может там дверь открыта. Дверь? Дверь закрыта. Ну слушай, там тоже, блядь, там это пристань. И смысл? Назад? Пошли назад. Вы тут как, господа? Time to make an example of the old man. Но we have let his transgressions slide for too long. Okay, track him down, carve him up, hobble him a bit, but let him live. JB would like to have a chat with him. Все должны слушать только. Все должны слушать только. Я понял. Не, я просто помню, когда мы сюда шли, там был еще какой-то проход. Куда мы типа не пошли? Вот сюда. Помните, тут такой мертвяк ходил? Господин зомби, я вам не помешаю? Мистер зомби. Мистер зомби. Мистер зомби куда-то свалил. То фонарь интересный. Ясно. Если мистер зомби куда-то свалил, ну я не знаю, ну блять, на самое начало идти, блин, не хочется. Да, давай сюда. Если мистер зомби куда и свалил, то сюда. Опа. Мистер Топоревич. Ты же не обидишься, если я его возьму? Ну все, у меня есть мистер топор. А что если у тебя за суплая? Ладно, пофигу. Они все равно все пустые. Не, ну топор нашли, это уже, блядь, такой нифиговый бонус. Единственное, что здесь тупик, блин.
И чё, куда дальше? Я что-то не совсем понимаю. Мужик, не подскажешь? Блять, ну мы все осмотрели. Но, скорее всего, нам надо как-то там с картой повзаимодействовать, да? А ты пробежаться можешь? Ай-яй-яй. Мужик свалил, только жалко. Куда-то. Никого нету? Никого нету. Оу, что-то появилось. Ага, ну давай, отмель. Пошли дальше, как говорится. Нахуй бояться, у меня топор есть. Так, там женщина какая-то. Давай пойдем спросим. Окей. Здорово. Короче, потеряла мужа. Подожди. Управление. Я помогу. Да. Second floor on the Bloom Engine. All right, you have my attention now. You've returned. Thank you. You will? Thank you. That is so kind. Here, take this key. I locked Ruben in a room. Second floor of the Bloom Engine, just up the street. Straight. Looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up the walkers every day. Smart. Don't want to be caught out in the open when this place is overrun by the dead. Oh, and Не переживай. One last request. Ruben's wedding band. If you could retrieve it, it would mean. Nothing better to do? Че? Nothing better to do? Помогу, не ссы. Здорово. Давай.
У меня еще есть мистер Топор. Ты точно уверена, что хочешь этого? Не понял. Мужик, может ты... Да чё он? Бьёт обухом. Почему он не прорубает его? Упс, Толян. Чё, ещё кто-то? Ты? Слушай, а это весело. Ладно, мистер Топор, пока идите за спину. On the second floor, on the Bloom Engine. Ясно, понятно. О! Подожди. Как ее сложила, а? Наверняка. Чё, ещё кто-то? Подожди, мужик. Я не знаю, почему он так бьёт иногда обухом. Наверное, нам вот этот дом. А ты случаем не ее муж? Не, слишком дубоголовый. Да умри ты уже. Топору, скоро пипец. Слушай, я починить тебя могу? Так, ну мне наверняка сюда. Блядь, топор жалко. Может сломаться скоро. Ну и пофигу. Зато у меня есть пачка сигарет. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Что это здесь за массовое захоронение? Ты не знаешь, приятель? Он не знает. И там еще какой-то проход.
Ага. Так и по поводу сказано второй этаж. Блять, или я смотрел все уже с первого. Где-то моя отвертка. Так, я не понял. Куда я проебал не отвертку, а нож, хотел сказать. Давай, пошли. Пошли, родимый. Стрёмно тут немножко у вас. Там какой-то выход, проход. Тут кто-то явно тусит. Вот свечки зажигают. Так, и мы прошли туда, куда нам пока, наверное, не стоит. Нам надо дом этот изучить. Ага, я понял. Ладно, пофиг, давай там залезем, короче. Ну, погнали. Ну, давай, подтягивайся. Чё? Давай. Давай, ты сможешь. Отпускай. Отпускай, отпускай, не стесняйся. Отпускай, кому говорю. И... Блять. Чё это такое? Maybe not is a traitor. Further her own selfish agenda. Do not be fooled. She will not help you. She will corrupt you. I considered her family, treated her as if she were my own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried to turn my dearest and most loyal friends against me. Oh, her treachery knows no bounds. She is desperate and will do the same to you. Do not be fooled. Maybe Noir is a menace. She should be shunned. Потянись, потянись. You will leave us no choice but to consider you an enemy of the tower. We do not wish this. Do not force our hand. Tower will always stand. Мама. Мама. Пошли, мама. Припасите. Спички. Чё это? Бухло? Тихо, не падать. Давай ножик в эту руку, а тебя в эту. Ну, конечно, тут был мистер Топор. Фонарик сюда.
Пусти. Что там, еще спички? Еще спички. Ну, в принципе, можно подзабить немного инвентарь. Давай сюда спички. Не, подожди, это сишки были. Нифига себе, нашел. Еще сишки. Кто-то здесь покурить любил явно. Кто-то явно любил покурить. Это что здесь блестит такое? Это просто свет так отскакивает. У-у-у. Мистер зомби. Закурить! Есть! Че мне по хпшке? Гады. И ножик, блядь, еще сломается скоро. Ага, вот ключик сюда, да? Где зомбак ходит? Мистер зомбак. Вот и твой муженек. Я на твоего муженька последний нож потратил. Бля, я не хотел. Я не хотел пули тратить. Так как теперь встать? Вот так вот встать. Мне остался полуполоманный топор. Блять, хули тут так темно, блять? Я фонарик этот бедный трясу, блять, я ни хрена не видно. О, вот эта тема. А как тебя перезаряжать? Ну, походу, есть патроны, да? Да поставь ты эту статуэтку несчастную. То есть можно так. Я понял. Ладно, я понял. Давай топор, короче, в руки. А тебе за спину. Все? Взял. Топор сейчас все равно один хрен сломается.
Ну, мужа я твоего нашел. Калин. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. I know you will never be able to forgive me, but maybe one day you will understand. Нет, у тебя мужа больше. They had no choice. They did not suffer. Take comfort in that, my love. Рубен. А что конкретно его так эта комната тянула? Открой. Ну, короче, мог в обход этих зомби пойти. А у меня баталейка садится на окулусе. Что ты такое? Это робот? Слезаем мусор. Давай по топору пока здесь полежи. Пофиг, у нас в хозяйстве все сгодится, да? Еще сиди. Еще какой-то мужик отдохнуть прилег. Да, мужик? Мужику пофиг. Ложка. Это, наверное, типа все металл, там вот эту вот всю херню собирай, крафти, там топор делай, да? Новый. Давай, короче, будем весь хлам собирать. Типа вон банка там может какая. Еще херня какая-то. Давай всю херню, короче, соберем, что здесь есть. В крафт, как говорится, пойдет все. Кроме вот этой херни. Так, ну я тут все осмотрел, типа. Ну тут я типа вот такой хуяк-хуяк-хуяк обошел. Надо еще туда сходить, сюда вот сходить. Сюда сходить, блядь. Давай, откройся. Мадам. Вы там как? Не реагирует. Открывайся, блядь. Есть кто дома? Ой, ебать, еще один дробовик. Слушай, приятель, куда мне тебя? Даже в таком, ничего себе, в таком состоянии. Ой, мама. А еще один дробовик я не смогу взять, да? Тоже как-то вот так. Рука. Что ты хочешь? Есть пора, типа, да? Ёб ты возьмись. А, сломанный, он сломанный, блядь. Нахер надо. У меня он там лежит, не сломанный.
Есть кто дома? Ножик. Ножик — это хорошо. Ножиком можно обороняться. Ты что такое? Так, ну это понятно все. Давай, всю эту херню заберу. Заберу. Так, блядь, сука, подушку не надо забирать. Блядь, темно еще как. Ладно, похуй. Я думал, просто может какое пособие по оружию там, знаете, лежит там. Ебать. Что тут у тебя? Библия. Ну, как бы, тяжелые времена. О. Ты полная или пустая? Упс. Пустая, нафиг ты нужна. Хотя подожди, что ты даешь? Острые предметы. Ну, наверное, типа хреновые ножи можно крафтить. Что всякого мусора полно, блять. Сковородка. Ну, наверняка много металла даст. Топор. Топор, блять. Где мой топор? Подожди, а дробовик тогда где? Вот дробовик. Пошумели мы тут немного. Сейчас зомбаки, блядь, тут соберутся возле дома. Ну все, мы, короче, уголя дали. Микро, блядь. Вот это вот точно, это вот квестовый, это вот надо. Так, мужик, я тут немножко восстановлю выносливость, ты ж не возражаешь? Клей. Ну, давай возьму клей. Пускай будет клей. Клавиатура пускай будет. Хули ты пускай будешь. Это что валяется? Ящик с припасами. Вот это хорошо. Это я возьму точно. Мужик? Хуяк? Хуяк по мужику. Блять, фонарик возьми. Ну все, понятно. Так. Отвертка, блять, тем временем. Отдай. Слушай, полезный ты мужик, оказывается.
У нас инвентарь почти забит. Ладно, народ, чё? Пиздата серия получилась, да? Так. Как сохраниться? Ладно, давай возобновим. Не знаю, выйдем тут с этого здания. Я просто хотел уже закончить серию. Потому что, по-моему, долго идет. Долго и продуктивно. Я мог, конечно, я бы сейчас прямо сохранился. Тем более у меня Oculus почти разряжен. Не знаю, он может вырубиться в любой момент. И чё? И куда вы? И все? Что, надо выбираться с этого здания? Ай, блядь. ХПшки нету. Надо бинтоваться. Давайте сходим к той девчонке, я не знаю, скорее всего квест дастся, и скорее всего будет сейвик. Остерегайся колокольчиков, я помню. Твали. Я пошел. Мужик. Мужик. Откуда вас тут, блядь, только? Твали, 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 твали. Я сдох. Да? Ладно, короче, не хотел я такого. Все, всем спасибо, всем пока.